Лето, пора отпусков. Жители округа, измученные долгими полярными морозами, спешат к морям и океанам. Лето Нарьян-Мар заметно пустеет. По статистике, каждая вторая семья старается в этот период выехать за пределы региона. Наши корреспонденты выяснили, где предпочитают отдыхать нарьян-марцы этим летом и какие правила надо соблюдать, чтобы отдых стал действительно запоминающимся и безопасным. Самое популярное среди наших земляков направление этим летом – Турция. К слову, она не сдает позицию уже не первый год. На втором месте – Тунис, а завершают тройку лидеров – курорты России. Кроме того, жители Ненецкого округа выбирают Кипр и Болгарию. Гораздо реже – европейские курорты, среди них первенство за Испанией. Что касается стран Европы, то в связи с тем, что туда необходимо делать визу Шенген, достаточно сильно влияет это на спрос, и люди, и даже если бы хотели, не все могут себе это позволить. Связано это с получением биометрии, которую необходимо сдавать либо в Нарьян-Маре по набору группы, либо выезжая за пределы города. Поэтому вот европейские страны, они, конечно, уступают в популярности. Что касается продолжительности отдыха, то наблюдается тенденция к его сокращению. Если раньше жители региона предпочитали туры продолжительностью от 2 недель, то в этом году намечается тенденция к сокращению в продолжительности до недели. Если в начале года мы ориентировались на то, что средняя стоимость одного тура будет составлять где-то около 48 тысяч, в прошлом году она была 46, в этом году мы уже сейчас можем сказать, что она превысила эту цифру и сейчас составляет где-то около 50 тысяч на одного человека. Конечно, это средний чек, он достаточно усредненная цифра. Кроме того, в связи с массовым отдыхом северян, управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу информирует об эпидемиологической ситуации на популярных туристических направлениях. Так, по информации, на сегодняшний день в странах с тропическим климатом – Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия – сохраняется неблагополучная ситуация по холере, малярии, лихорадке, денге и зика. В странах европейского региона – Чехии, Италии, Франции, Греции, Украине и Грузии – продолжают регистрироваться случаи кори. Поэтому, чтобы отдых оставил только приятные впечатления, специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, среди которых прививки, соблюдение гигиенических требований и профилактика кишечных заболеваний. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».